Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами опять и снова я, Гончаров Денис, и я рад приветствовать вас в своей гиревой шурше, так сказать. Тема сегодняшнего видео пойдет о заливке гирь свинцом. Опять же, мы коснемся этого вопроса, но в своих предыдущих выпусках я неоднократно упоминал, что у меня имеется пара 8-килограммовых гирь, залитых свинцом, до веса 32 килограмма. И все рассказывал, договорил, но никак не показывал. И вот сегодня я вам их демонстрирую. По какой причине этого не было сделано ранее? Дело в том, что нынешние условия содержания гиревого материала, прошу прощения, хранения гиревого материала, его эксплуатации, нынешние условия тренировки не позволяют мне в полном объеме использовать гиревой материал, который у меня имеется. И поэтому он сосредоточен по разного рода там закромам, вот из которых я извлек эту пару. Вот пара 8-килограммовый гирь Купянского завода. Вот, я когда-то принял решение залить их свинцом до веса 32 килограмма. Значит, кто хочет этим заняться, вот предупреждаю о следующих нюансах, которые могут возникнуть в процессе заливки. Извлекается пробка, но это ясно. И после извлечения пробки я обнаружил, что здесь есть внутри два прутка довольно массивных, стальных. Поэтому для того, чтобы их удалить методом выжигания, вот, пришлось также выжечь дно. Выжечь дно. Ну, это такие процессы, я вам скажу, что довольно-таки кропотливые, морочные, скрупулезные. Вот, как говорится в украинском народе, есть пословица, что такое морока. Морока – это когда винтанкива на широко, вот тогда получается морока. Вот, но это все шутки, шутки, опять же. И ближе к делу. Когда прутки были извлечены, я как бы и залил этот снаряд свинцом. Он получился весом 31,5 кг. До 32 кг не дотягивало. И мной было принято решение увеличить диаметр ручки, тем самым прибавив к массе гири полкилограмма. Ну, в принципе, это и получилось. Сейчас я вам взвешу. Вы все увидите. Контрольная восьмерка. Вот так. Вот тот, кто задавал вопрос, возможно ли из 8-килограммовой гири увеличить ее массу путем заливки внутренней полости свинцом до массы 32 килограмма, до веса 32 килограмма, можно. Можно, но занятие это не из простых. Не из простых, я вам скажу. Вопрос другой. Зачем это делать? Для чего это нужно делать? Мною это было сделано в качестве эксперимента. Вот. Ну, кто-то, может быть, хочет пару себе самых маленьких в объеме гирь 32 килограмма. Да, да, тогда это оправдывает. Оправдывает затраченные усилия. На этом как бы я завершаю этот обзор коротенький. С вами был Гончаров Денис. До новых встреч и да пребудет с вами сила.